Привет! Сегодня я хочу записать видеорефлексию по марафону «Пишу как Бог» Нелли Давыдовой. На этот марафон, наверное, как и многие, пришла для того, чтобы прокачать свое писательское мастерство и научиться писать. Потому что раньше мне приходилось вымучивать из себя посты, либо ждать музу, либо ждать вдохновения, и это могло занимать несколько месяцев. А тут, как показала практика, оказывается, я могу писать каждый день, и на каждый день у меня есть о чем говорить, и бывает, что по нескольку постов переписываешь, и ты чувствуешь, понимаешь, что именно, какой именно из этих постов ты хочешь выложить все-таки сейчас, и складываются у тебя, хочется вроде написать об одном, а мысли могут не идти в эту сторону, да, и ты понимаешь, что сейчас, в данный момент, важнее, главнее другие чувства, донести что-то совершенно другое. И благодаря этому марафону я научилась чувствовать, слышать себя, и чувствовать импульсы, да, чувствовать свои желания и идти по этим желаниям. Я увидела благодаря этому марафону, что радость жизни может заключаться в мелочах, что, перебирая картошку, ты можешь осознать свои истинные причины, свои истинные желания, что, прыгая по лужам вместе с детьми, ты можешь ощущать невероятную радость, которую ты не купишь ни за какие деньги. И ты начинаешь чувствовать, это очень круто, чувствовать себя, чувствовать то, что ты там переживаешь. Заболела голова или заболела нога, заболела пятка, о чем это для меня? Заблокировали телефон, о чем это для меня? А это оказывается там невероятный клубок, который ты замотала, отдав свою ответственность еще там 8 лет назад. А у тебя сейчас заблокировали телефон. И это невероятно круто понимать, осознавать, что с тобой происходит, для чего ты это себе создаешь. И это вот я не могу передать это словами, меня переполняет от этих чувств, от этой энергии, от того, что мы с девчонками пишем, да, и у нас очень часто перекликаются мысли, очень часто перекликаются ситуации. Одна начала, там, написала пост, а другая говорит о том, что я хотела сегодня об этом же написать. И это круто, это невероятно круто. И раньше я обращала внимание на других, да, что они чувствуют, когда я там что-то говорю, переживаниями своими уходила на других и не смотрела, а что я-то чувствую в этот момент, а что у меня-то там поднимается, когда я не говорю, когда я не выражаю своих чувств. И сейчас я учусь проживать свои чувства, выражать свои чувства. И это очень круто, это очень классно и дает... заряжает это. Это заряжает и дает желание дальше идти, создает внутренний движ, который я вечно ждала извне. А сейчас я понимаю, что этот движ создаю я внутри себя. И потом только он проявляется здесь, в физическом, материальном мире. И это очень круто. Нелли, я благодарю тебя за этот классный, мощный, крутой марафон, который позволил мне не только научиться писать, но и раскрыть, познавать себя. Каждый день познавать, узнавать, какая я. Благодарю тебя.